Здорово, ГБХ и весь заинтересованный YouTube. Отдельные харибари всей братве, с которыми я личные отношения имею, как говорится. Как и обещал, извините, что так долго. Мы на складе, пацаны, мы на складе. Тут, конечно, не все так эпично, как было изначально, потому что уже пол комнаты разобрал. Но много чего осталось, еще очень много. Сейчас поверхностно посмотрим это все, что-то покажу, что-то так быстро. Ну как быстро, как получится, да? Тут много ящиков, будем двигать, смотреть, что как. Что-то заберу домой, там разберем вместе тоже. Вот, сегодня, как вы видите, у нас такое экшн-видео. У нас сегодня мой хранитель выступает в роли оператора. Скажи, братан, привет Ютубу. Привет, Ютуб. Вот. Ну и как бы что, давайте начнем, наверное, посмотрим, что у нас тут завалялось, залежалось, что забирать, что оставлять. Ну, давайте так вот, что под рукой первым делом. А первым делом у нас экзотика, пацаны. Супер Акан. Корейская приставочка, которая так родилась, так и умерла, можно сказать. Имеет очень мало игр. Вот. Вот такая штука, как Super Nintendo с виду, но не совсем это Super Nintendo, свои картриджи, свой формат, свои игры, свое все, короче. Вот. Редкая штуковинца очень. Вот. Так что это мне Антон 69. Братуха, привет, кстати. Подогнал свое время. Все, что здесь видите, пацаны, это почти 80% все, что есть, это все с ГБХ. Поэтому кто не там, тот не с нами. Вот. Блин, нафиг я его уже забрал сейчас. Вот, положим. Вот, что тут еще у нас? Ну, ничего особенного, как бы. Энка. Это мне Буч подогнал тоже с ГБХ. Армен, братуха, привет тоже тебе. Респект, брат. Помню. Люблю. Ценю по-братски все. Все новое, пацаны. Лимиточка. Так. Ну, их тут несколько штук, надо их разобрать, понять, где что лежит, короче. Тут что, дымки, руль с педальками. Здесь у нас... Оп, что у нас? О, ничего интересного, грубо говоря. Болтарик. Двинем в сторону. Так, что здесь? А здесь у нас, пацаны... Вот что. Опа. Pong Nintendo. 77-й год. Все. От Пистара Греф, Илюха, братан, привет. Все тоже. Вот такая вот штукинца. Вот она. Kiwi Game 6. Прямиком с Японии. 77-й год. Супер рар. Супер рад, пацаны. Не знаю, ни разу не подключал. Не знаю, подключу ли. Но сам факт существования я вам показал этой штуковинцы. Так. Что там у нас дальше в коробочке? Панасик. Новенький панасик. Десятка. Ой, единичка, то есть SZ1. Тоже от Пистара. Это что? Это что тут делают? Заберем домой. Не знаю, что. Клава японская. Там клава европейская. По цветам, чтобы совпадало все красиво, чтобы на полочках видел. Видно то. Так. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что дальше. Сторону. Вот что у нас. А тут у нас. Тут у нас Nvidia Shield. Не самая последняя, а предыдущая модель, которая сидела. Такая вот красота.
Новенькая тоже. Один раз открывал, смотрел, что-то подключал. Так и забросил. Вот. Таскиваем. Что-то у нас. Вот такая вот канитель. Почему у нас работает? Это должно работать. Надо зарядить, наверное. Сколько лет уже лежали тут? Я тут, короче, пацаны, не было уже, не знаю, сколько. 5 лет это все накапливалось вот без меня. Я вот приехал. Честно говоря, приехал, когда думал сразу видосик снять, чтобы вот эпик этот вот весь коробочный здесь был. Но что-то никак не получалось, поэтому... Поэтому вот сейчас... Ну еще то, что я домой убрал, это все там по полочкам раскидал. Это мы еще тоже отдельно будем по ней ходить, смотреть. Чехольчик. Так. Эту сторону уберем. Что еще есть? Супер Фами Джуниор. Тоже от Пистара мне. Тоже все чики-чики, короче, пацаны, как все положено. Ну, тут ничего интересного. 2DS-ка. Синенькая, черненькая. О, кстати, самый нормальный руль на самом деле. Вот там вообще и сцепление с дорогой, и вибрация. Я один раз, короче, помню, сутки зависал, короче, на этом буле. Всю ночь что-то рубился. Что-то из этих. И, короче, представляете, ну, ночью не спал, рубился. И, короче, прыгаю за руль с утра. И прям как в гонках, короче, исполнял там дико. Вообще на автомате получилось так. Так, тут что? Давай уберем его сюда. Тут у нас что? А тут у нас, пацаны, знаете, что? А тут у нас, пацаны, Neo Geo Gold X. X-Volt, да? Это... Новенькая вообще, короче, полностью силдовая. Где она, кнопка? Сейчас покажу вам, что она силдовая. Ну, короче, я буду вытаскивать, поверьте на слово. Она вообще неудобная. Это тоже мне один многоуважаемый мною. И не только мною. Сидел 72, мне подогнал его тоже. Брат, привет, тебе тоже отдельный вообще респект тебе, брат. Скоро мы с тобой закончим наши дела. И дальше больше будем дружить, общаться. Так, пойдем дальше. Посмотрим, что здесь. А здесь у нас Neo Geo CDZ, пацаны. CDZ, к сожалению. Не без коробочки, но комплект проживает, там все туда, все нормально. Ну, будет комплект, поменяем. У меня на LG вся линейка теперь есть. И AS, и CD Front Loading, и CDZ. И вот Gold тоже видели. Так, тут что у нас, вот там, тут что у нас, тут у нас Дайвы, Супер Нинтенды, Битменчик, тут, короче, ничего такого, сверху. Ну, кто не сборит сюда, да? С Москвы туда гонит, вообще, по-моему. Так, ладно, потом разберем. Бескоробочная, наверное, все. Во, шильд. А где мой шильд? А, вот. Тоже об этом не похож. Так, что тут у нас? Тут у нас еще лимиточка V. Такого оригинального цвета, полнокомплектная.
нас вот видите, как понимаете, пацаны, с камерой ничего не изменилось. Снимаем в таком же ретро-формате все пока что. У нас это поверхностная пробежечка, у нас что-то слово поверхностное, у меня что-то слишком часто не пришло в предыдущем ролике, что сейчас, наверное, создам отдельную папочку на ютубе, будет называться поверхностная. И все ролики с этой камеры будут там. Пока не сделаем что-то. Ага, тут у нас что? О, тут у нас бигбокс на PC. А дальше уже интересные штучки идут. Опа. Intellivision 2, ребятки. Это до того, как еще вышел оригинальный Famicom. Или там они даже как-то вместе. Какой-то год там. Начало 80-х. Вот. Intellivision 2. Тут у нас черная дремочка. Спорт, американская лимиточка. Ну и Фами, куда же без Фами-то? Даже отсидела. Так, берем это обратно все, чтобы не мешало. Полочку надо кинуть. Тут у нас еще одна модель здесь, да? Оу, воу, воу, воу! Ребятки! А тут что у нас? Тут у нас Action Max! Самое, это, знаете, из роликов, на ютубе есть ролики, там, приставки, о которых вы не знали. Это вот одна из таких. Единственная приставка с полным сетом игр. Ну, в коллекции меня. А вот и все игры на него. На ВХСах, ребят. Это световой тир. У него выходило всего 4 игры. И однокомплектный еще внутри. 5 игр у меня. В полном комплекте. Че, разобрать? Посмотрим. Че, не торопимся, да, братан? Так, снимаем, чтобы вроде что-то видно было. Action Max, пацаны. Ого-го. Ого-го. Вот так это херовина выглядит. Отключается через вся документация, все дела, нульцово, вообще сладкое прям. Опа. И вот через видак он, кажется, подключается, его тоже чисто не коннектим еще. Так. Через видак там что-то подключается и чисто тир. Других игр на эту приставку не было. А вот, кстати, 5-я кассета. Я на самом деле дико извиняюсь, там я знаю, что там не то чтобы многие ждали, да, но как бы люди в ожидании были. Этого видео, да, язык не выворачивается, роликом назвать. Вот я перед этим людьми извиняюсь так долго. Обстоятельства такие, да, там. Хранитель мой болеет, то дети болеют, то я там кашляю. Вот сейчас вырвался, вроде воскресенье сегодня. Всех выпроводили. И что это? Напоминаю вам, что все эти вещи мы хотим сделать так, чтобы они были общедоступными для вас, для всех. И рано или поздно, когда-нибудь, надеюсь, что это будет все в этом году, мы работаем над этим, вы сможете их непосредственно пощупать, увидеть своими глазами в музее. Ссылку на проект оставлю в описании, опять же. Кто не знает, о чем речь,
Познакомьтесь. Так, тут у нас что? Тут у нас тоже какая-то понгообразная япончина. Старенькая. Тоже от Пистара, кстати. Так, тут что, братан? Не смотрел ты? Филипс, идиопак. 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 А вот и сам видеопак. Компьютер. Видеопак компьютер. 1700. Чуть-чуть. Все, короче, все равно, наверное, все вырезано, наверное, потом. Все вырезано. Надо затестить, проверить все. Собрать, прибрать. Нормально упаковать. Готовить. Приезду, правда, пока ждем еще. Никакой конкретики точно нету, пацаны, но работаем над этим. Работаем, чтобы это стало нашим общим достоянием. Тут не только моя коллекция там будет, но одна моя коллекция, считайте, там больше 200 приставок, да? Плюс там Лехина коллекция. Короче, там экспонатов будет много очень, около 300. Так. Что тут у нас? Тут у нас... Вы сейчас подумайте, короче, ты чего там, киса, на туре геймкубовским джойстиком нас удивляешь? Хочешь геймкубом нас удивить, чтобы ты сюда? На самом деле, пацаны, не торопитесь с выводами. Дождемся, что у нас здесь. А здесь у нас, пацаны, shut the fucking man, Panasonic Q. High-end технология от GameCube, скилла, железа. Это я его тоже заберу сейчас с собой, короче, положу рядом с пионеркой. Вообще, весь high-end будет в один ряд лежать, короче. Так, да, вот так вот, такая вот мега крутая штуковина. Что там, как там, сами нормально все, не пора это, пацаны. Я вот что-то... Да. Это я заберу, братан. Это я заберу. Мы смотрели, оставим. Вот у нас что? Это то, что тоже заберу. Эту коробку отдельно еще мы с вами разберем дома. Нормальные обстановочки. Тут у нас джойстик. Геймпад, точнее, стритфайтеровский. Такой лимитированный. Игрулька. Фигня. LCD-скрин для PS1 маленькой. На флопики, на это. Что тут еще? О, игрули на Amiga 32. Крутейшие игры, лучшие игры. На Amiga 32. Элит 2, пацаны. Райс. Ну, короче, ладно, это не буду я сейчас все разбирать. Это мы дома с вами отдельно эту коробку разберем. Вытащим, посмотрим, что там внутри, потому что там забитая битком. Единственное, что хотел, вот что, на Sega Pico игрулечки. 3 штуки их у меня всего. Был еще один дубль, подарил близкому человеку. Вот я заберу. О, подожди. То есть тоже заберем, братан. Надо тоже все. Потом соберем все это, уберем с собой, возьмем. Так. Ну пойдемте дальше, посмотрим еще.